Большая делегация ивановских танцоров школы iTown Family вернулась с культового чемпионата, который уже 11 лет собирает в одном месте участников России и зарубежья. Но именно этот фестиваль «Respect My Talent» оказался необыкновенно щедр к ивановцам. Это на данный момент один из самых крупных, ну вообще, чемпионат, на который съезжается вся Россия. Вообще вся, абсолютно вся. От Владивостока до Калининграда. Вот, так что это самый крупный чемпионат. И если брать, например, детские соревнования, то детей съезжается очень много. Вот, и начинающих. Ну и все профессионалы также собираются. У нас вообще в России таких два чемпионата. Это «Respect My Talent» и «Плюр». Вот, и оба мы выиграли. Так что все нормально с этим. В трех номинациях из семи у ивановских танцоров есть результат. У Ани Закарян, руководителя школы, первое место в направлении хаус. Ее главным конкурентом стал Атажан, земляк, коллега, ну и просто любимый человек. Да, я Атажан уже выигрываю, наверное, раз третий. Вот, и причем в прошлом году на Respect My Talent мы в полуфинале с ним тоже встретились, я его выиграла. И, соответственно, прошлый Respect я второе место заняла, там чуть-чуть не дожала. Вот, ну а в этом году у меня получилось уже первое место взять. Результат учеников порадовал еще больше. Настя Кудрявцев заняла первое место в номинации «Начинающая». Девочка стала лучшей из 300 участников. Полина Голубева из 100 танцоров прошла в топ-4. Артем Макаров в номинации «Kids» занял второе место. Наши ребята, наши ученики относительно недавно занимаются, вот особенно маленькие, вот Артем с Полиной, они занимаются, ну, около 2 лет. И уже вышли на самый крупный чемпионат, показали такие результаты. Я очень, вот даже своим результатом, конечно, я довольна, но их результат, конечно, это такой самый важный, глобальный для меня, как для преподавателя. Хороший результат всегда подпитывает учеников на то, чтобы трудиться, а педагогам успехи подопечных дают уверенность в правильности выбранного пути. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.